Ну что, друзья, приехали мы на место, там сейчас пожарим сальца, распалим костерок, ну и просто посидим, немножко отдохнем, пообщаемся, поговорим. Такая красота у нас в лесу, вообще просто не передать, такая тишина, так тишь да гладь, просто супер. И я понимаю, я не передам вам словами, я не передам те эмоции, которые я переживаю, но поверьте мне на слово, очень классно.